программу «Наши в городе». Сегодня я приглашаю вас на осенний бал в ресторан «Пассаж». Осень – время легкой грусти, но сегодня мы с вами будем только веселиться. Вечер действительно получился очень теплым и веселым. На встречу в ресторан «Пассаж» пришли наши давние друзья. Осенний бал открыла дизайнер Анни Кутюр показом осенне-зимней коллекции. Этой осенью мы обязательно будем красивыми. Женщины прекрасны в любой паре, особенно осенью, потому что вы можете комбинировать грубые пальто с летящими шифоновыми платьями, потому что за окнами еще совсем не так холодно и кругом буйство красок. Поэтому вы можете комбинировать разноцветную клетку, летящие легкие силуэты с цветами и бабочками. Я обожаю осень, поэтому всем советую быть красивыми, стильными и модными. Специальным гостем нашего вечера был легендарный певец Вилли Токарев. Он исполнил свои самые известные хиты. Я очень счастлив, что я сегодня увидел столько людей, достигших высочайшего положения в этой стране. А достигнуть положение высочайшее в Америке, это значит достигнуть во всем мире. Поздравляю наших иммигрантов, талантливых людей. Я тоже начинал с нуля. И, как говорят, пришел, увидел, победил. С чем и вас поздравляю. А мы поздравляем ресторан «Пассаж». В этом году он отмечает свой 5-летний юбилей. Нам очень приятно проводить свои мероприятия именно здесь. У НТВ не может быть иначе. Прекрасный вечер. И мы рады, естественно, приветствовать гостей. И надеемся, они останутся довольными. Мы подготовились тоже. То есть хорошая музыка, хорошая еда, хорошее настроение, как всегда, с НТВ Америки. Мне очень приятно, что сегодня мы увидели, что у канала НТВ Америки так много друзей, что несмотря на плохую погоду, люди собрались здесь в ресторане «Пассаж» и вместе с нами отмечают этот замечательный праздник осени. Осенний бал сегодня был открыт впервые каналом НТВ Америка, но я надеюсь, что это привлечет новых рекламодателей на наш канал, что канал будет процветать и что благодаря новым программам, которые появились у нас на канале, у нас появится много новых зрителей. Никто в этот вечер не ушел без подарков. Мы благодарим наших спонсоров за поддержку. Очень было приятно присутствовать на таком торжестве, увидев и Вилли Токарева, и знаменитого ресторана «Пассаж», потому что я лично очень обожаю этот ресторан. И просто было приятно с вами. Осень для каждого ассоциируется с чем-то своим, но обязательно с чем-то теплым и уютным. Осень – это весна перед зимой. Осень – это прекрасно. Я обожаю осень. Природа, она увядает, но она очень красивая. Перед увяданием вообще все красивое. А природа в осенью – это самая прекрасная природа. Это время расцветать, время продолжать жизнь, время делать очень много нового. И, наверное, сегодняшний вечер лишний раз нам подтвердил, что осень – это прекрасно. Хотелось бы поблагодарить канал НТВ и ресторан «Пассаж» за прекрасную атмосферу, которую они создали. В данный момент осень ассоциируется с разноцветными людьми в хорошем настроении. Мы желаем вам хорошей осени вместе с телеканалом НТВ «Америка». Это программа «Наши в городе». Меня зовут Юлия Райдер. Спасибо, что этот вечер вы провели вместе с нами в ресторане «Пассаж». Считается нарушением колесо на стоп-линии или бампер над этой белой чертой. Смотрите первую передачу на НТВ. Когда опасности подстерегают на каждом шагу. Местная администрация не исправила тротуары, но организовала пункт проката костылей.
двери уже стучит лингвистическая полиция. Здравствуйте, товарищи. Прапор, глагол лингвистической полиции. И кажется, что весь мир сошел с ума. Красят в Саранске траву зеленым. Смотрите Салтыков-Щедрин шоу. И все будет хорошо. О, мы удивительные люди. Ну, нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. Да. В субботу на НТВ. Столов по телефону 718-332-0222. И еще раз. 718-332-0222. Генеральный информационный спонсор — телеканал НТВ Америка. Премьер-министр Хэллоуина впервые в Нью-Йорке. Гастроли знаменитой фабрики хитов группы «Экс-премьер-министр». Праздничный карнавал. Не пропустите лучшую вечеринку Нью-Йорка. Приходите на концерт группы в костюмах для Хэллоуин. Фотография с артистами, победители конкурса на самый оригинальный. Премьер-министр Хэллоуина впервые в Нью-Йорке. Гастроли знаменитой фабрики хитов группы «Экс-премьер-министр». Праздничный карнавал. Не пропустите лучшую вечеринку Нью-Йорка. Приходите на концерт группы в костюмах для Хэллоуин. Фотография с артистами, победители конкурса на самый оригинальный костюм. Карнавал и праздничная дискотека. Заказ билетов и столов по телефону 718-332-0222. И еще раз 718.